Хей, я угадаю с вами Шумики, мы продолжаем пройдить игру под названием 3000-ная дуэль. В прошлой серии мы с вами одолели монарха. И теперь мы куда-то идем. Одно из двух, либо это подземелье будет, либо тот храм. Потому что я смотрю здесь по каменке. Башни из запамятных времен. О, здорово. И кто из нас явился ко мне на этот раз? Скажите, что вы человек. Странник в поисках воспоминаний. По крайней мере, ты не монстр. Я король гномов, и я на время покинул свои владения, чтобы заняться кое-какими делами в этой башне. Никто не знает, сколько этой башне лет. И это священное место, которое существовало задолго до появления людей и гномов. Пусть даже оно и превратилось в рассадник всевозможных монстров, после того, как жажда власти помутнила разум короля людей. Твое оружие изрядно износилось. Думаю, немного потрудившись, я смогу привести его в порядок. Я собираюсь побыть каким-то время здесь, в башне. Если найдешь материалы для усиление оружия, навести меня. Так, сразу смотрим, что и где. Первое. Так, летающий арбалет, понятно. Второе. Ясно. Осы. И там сундучок. Но мы пока что с вами изучаем возможные проходы, куда вообще можно пойти, что там. Так, ядовитая слизь. Давайте начнем тогда сверху. Сверха и пойдем потихонечку. Найс. Чуть не подох. Великолепно. Я говорю, вот эти яды, они очень опасны. Надо быть осторожным. Тут есть один враг. Очень опасно, это пиздец. Ага, найс. Бац. Это еще сраная слизь отравленная. Так, у меня есть на прокачку. Начнем с этого. Начнем с хорошего. Ну блин, когда у тебя много рывков, это хорошо, потому что я могу быстрее передвигаться. Ну хотя и так можно передвигаться. Тоже довольно неплохо. Урон прокачай до 500. Хотя могу оружие потом найти хорошее. Короче, вкачиваем энергию, да и все. Мне хотя бы на 4 рывка, чтобы я еще быстрее мог двигаться, понимаете? Плюс в некоторых боссах это тоже может
помочь, когда я буду уворачиваться тех же снарядов. Потому что я примерно помню еще, какие будут боссы, какие у них способности. И поверьте, я так просто не хочу с ними сражаться. Не будучи подготовленным. Почему я не могу достать? Алло. Ой, бля. Забейте. Я тупой. Блин, ну смотрите, за этих красных дают до хера. За этих вообще ни хера. Пятерку дают. Ау. А можно, пожалуйста, как-то в тайминг, чтобы... Сейпись тайминг. Ну, я не помню, что они делают, то я знать не хочу, что они делают. Сто тридцать тоже даешь? Рубиновый амулет. Инвентарь зеленый. У меня это хрена снаряжением. Колечко. Рубиновый амулет. Так, амулет с рубином. Украшает большим рубином символизирующий огонь. Если его надеть, немного повышает устойчивость к огню. Если его надеть, дополнительно повышает силу атакующих заклинаний. Но это магические атаки. Как... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как вы видели... А, так я могу твои еще снаряды отбивать, ё-моё. Кто мог бы подумать? Серьезно. И я еще глупый не увернулся. И я мог рукавицу просто использовать. Великолепно. Нихера мне идти. Главное, чтоб я еще и по пути не сдох, пока буду бежать. Тише, пассатиже. Так, я не через низ, да, шел? Не-не-не, спасибо, стоп. Вот смотрите, у меня было только... Сколько? Тридцать, да? Вот представим просто. У меня 100 хп. Он наносит не 100 хп дэмэджа, а 130. И что со мной происходит? Правильно, я вздыхаю. Легко и просто. Минус одно лиловое описание.
Баюшки-покатушки, блядь. А, нормально. Хоть души вернулись. У меня еще на целую прокачку есть. Прикольно. И у меня еще есть камень на... 500 душ. Надо это тоже не забывать. Так, я, скорее всего, сейчас иду сюда. Сюда, чтобы открыть сокращение, да? Ой, бля, вот это... Эта херня очень опасная, поверьте. Вот если оно меня ударит, оно меня ваншотнет. Я это знаю. Это ваншотная хуйня. Но за нее тоже, по идее, много дают. 250. И ее даже перелететь, по идее, нельзя. Ну, можно, но это сложно. Ну, я почти доехал туда. Обогащенная железная руда. Инвентарь. Обогащенная. Где ты, обогащенная? Обогащенная железная руда. Слегка очищенная железная руда. Эта руда обогащена умелым кузнецом и вполне пригодна для работы. Этот материал можно использовать для усиления оружия. Так, снаряжение, мечи. Меч капитана, меч самурая. Меч, некогда принадлежащий воину с востока. Легкий и острый клинок. Идеально подходит для быстрых ударов. Достаточно выхватить меч из ножен и продолжать движение, атаковать врага, чтобы нанести смертельные удары. Ну блин, он, вы понимаете, хуже моего, поэтому... Ну этого меча я имею в виду, Гладиуса. Подожди, а что мне стоит за это? А, колечко. Окей. Думаю, надо сохранить. Пойдем, мне даже на две прокачки. Да ладно, я их сейчас поубиваю. Всех. Так, 200. Пойди, да, мне хватает на одну прокачку. Одну прокачечку хватает на две.
заставляете тратить. Ладно. Да, помало дает. Так, подожди. Ну ладно, пускай будет 3, ладно, не буду дальше прокачивать, нахер надо. Урон на 25 поднимается. Урон желательно вкачать тоже. Давайте, ладно, чтоб меня не ваншотнули. Чтобы не было ваншотов, я лучше прокачаю себе хпшку. Ну, блин, я просто сохранение старое удалил, как вы помните, поэтому... Я не посмотрю, сколько у меня рывков было. Но я помню, что я все в рывок отдавал. Я могу вниз еще пойти, как вариант. Да ёла, ну нормально, залезь. Так, раз, два, наверх. Бац, 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 бац. И я там, кажется, тут тоже что-то упустил, да? Здесь ничего не было. Вот умел бы я сейчас летать, я бы сейчас залетел наверх. Чуть не задамажили. Я не сохранился. А куда я иду? Идешь нахер. Я пытаюсь не рисковать лишь. О! Ладно, возвращаемся обратно. Мне нужно сохраниться. Я не сохранился, манать. Какого черта я вообще сюда тогда пошел?
Мана. Монать, я чуть не усрался. Я забыл то, что там еще падать и падать. Да, сейчас бы я уже приземлился. Исчезай, бусинка. Я туда не прыгну на нее. Пиздец. А чё она сохраняется? Я вообще-то старую версию взял игры. 1.0.0. И тогда не сохранялось то, что открывалось. Может, у только боссы не сохранялись. Может, это вообще другая игра была. Потому что я уже столько игр уже подобных попроходил. Это жесть. Знаете, мне уже душ. Ладно, души не просрать. 2300. Хотя, может, знаете, специально во врагов врезаться, чтобы у меня было бессмертие. Яд. Не-не-не. Ну а за эту, смотрите, слизку дают сотку. Нормально. Так, пока что у меня 3 писания. Ёб твою ж мать. Ладно, я понял. Это опасная затея. Очень опасная затея. Почему он еще назад передвигался постоянно? Так, минус одно лиловое описание. Так, там закрыто, я понял. Минус второе лиловое описание. Так, плюс зелье.
Надо быть максимально осторожным с этой локацией. Немножечко осталось, чтобы до меня дотронуться. Почти покатился. Ой, атака этих хреней бесит. А я не помню, они яд дают или нет. Не наносят. Три тычки. Куда я хотя бы иду? Наверху точно сейва не было. Вопросы на вопросах. У меня одна эта лиловая карта. Книга магических старших курсов. Книга магии для студентов. Эта книга содержит тексты на языке древних и предназначена для магов, уже устойчивых азы мастерства. Этот материал используется для усиления заклинаний. Так, а мне вообще, да, ничего такого больше не давали? Мне кажется, магию какую-то давали, нет? Нет. А, амулет колдуна, точно. Амулет, украшенный зубами и костями животных. Очень похож на магический артефакт и довольно хрупкий на вид. Если его надеть, немного повышает устойчивость к огню и немного снижает устойчивость к холоду. Если его надеть, дополнительно повышает силу атакующих заклинаний. Послушай, что он бормочет во сне. Ой, это силе невозможно противостоять. Ты выбираешь меня? Хм. Внимательно прислушаться к тому, что он бормочет во сне. Я пойду. Кто-то должен навести здесь порядок, и я благополучно вернусь. Ну нет! За что? Сука! Ладно. Подожди, это что, мне хп отнялось? Ага. Я урон не хочу получать. У меня уже это. Подожди. А я наверх точно, да, попасть не могу? Но здесь снова нужен рывок в бок. Ну, так ты еще разную магию используешь. Ладно, давайте. Сколько хп? 134. Да, я думаю, использовать писание, не использовать.
Я понял. Здорово, босс. Не-не, спасибо. Я еще не настолько конченый, чтобы сейчас сдыхать. Магический канделябрь. Магический канделябрь. Канделябр, наделенный чудотворной силой, используется в древних ритуалах с незапамятных времен. Ага, если его зажечь, он мгновенно восстанавливает умеренное количество магии и заклинаний. Можно сейв, пожалуйста? Я хочу сохраниться. Надеюсь, это сейв. Комната. Так, инвентарь. Снаряжение, то есть. Ля-ля-ля, изящное старинное кольцо. Изящное кольцо из серебра. Это тонкое и легкое кольцо, украшенное искусной гравировкой. Если его надеть, повышает атаку. Нихерово понимают. О, здорово. Глазам своим не верю. Ты человек? Ты находишься в моем родном краю, в роще просвещения. Спросите об этом месте. Ты слышал историю про верхний этаж этой башни? Говорят, он висит в воздухе, и просто так туда не попасть. Возможно, та история когда-то связана с устройством на вершине башни. Нам еще много предстоит узнать. Недавно был открыт новый атрибут, который не встречался в природе. Он назван тьмой. Среди монстров, окутанной тьмой кармы, встречаются существа, имеющие накладывание проклятия. Это очень опасная штука, ты не можешь двигаться и использовать заклинания. Конечно, если у тебя есть священная сфера, все не так страшно. Найс, я могу сохраниться. Давайте пускай 300 хп будет. Так, найс, сейф. И у нас босс, давайте к боссу тогда, я думаю, пойдем. Хотя, сейчас сделаем все, что я хочу сделать. Стоп, а я тут был? Я думаю, что-то, кажется, я упустил или нет. Найс. Найсик. Ну что, давайте тогда на босса погнали. Кажется, это будет драконий всадник. Я могу ошибаться, конечно, но кажется, драконий всадник. Плевать. Плевать. Страж башни. А, точно. Выпад, найс. Я забыл. Чувствуется, это будет жопа.
вот этот враг, вы сейчас подумайте, так он какой-то легкий. Он почти ничего не наносит. Да, подождите, сейчас будет вторая фаза. Просто на самом деле на второй фазе будет жопа. Потому что на второй фазе прилетит он. Вы спросите, кто он? А я вам скажу, как я его вначале назвал. Вот так вот это будет и будет прав. Желательно всегда придерживаться этой стороны, потому что, чтобы меня душа не наносила урон. Она очень домашняя. Найс. Ну я забываю, я что, виноват? Будем, короче, паузу ставить, потому что к нему еще нужно дойти. Фу, поехали. Беги, забываю. Я ударил. Да-да-да, выпад, выпад. В принципе, у меня хватает рывков, чтобы, типа, от него в сторону отойти. В принципе, можно и так сделать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так я... А я виноват. Ладно, шо по мячу. Опасно. Я не знаю, со скольки драйв, но это первый такой сильный враг. Thank you.
Бля! Он легкий, главное запомнить его атаки. Он, главное, бывает, делает быстро, вот, допустим, я вот атакую, и вот задержка. Если бы не было этой задержки чертовой после атаки, я бы сразу вот удар и наклонился. А так мне приходится терпеть. Так еще при том, при этом, у меня только 3 лиловых писания. Ой. Кони, о, я еще живой. Next try. А ничего то, что я присел, нет? Вообще нихера. Я приигнул, нет? Вообще посрать. Идешь в сраку, чел. Не плевать. Не, ебал. Можешь меня пойти просто пофармить? Урон себе прибавить. Я не знаю. Ну я что, виноват? Идешь нахуй. Идешь нахуй, рыцарь. Чисто, действительно, первый сложный босс. Я еще долбоеб, делаю ошибки. Ну да.
Ну слушайте, ну хотя бы здесь можно это. Он только одну атаку. Ну, две, ладно, атаки будет делать наверху. Но я его смогу в это время все время пинать. По факту я могу перешить три атаки, если так подумать. Поэтому давайте сделаем таким образом. Хилки. У меня, если так считать, у меня есть 6 ошибок. Ясно. Потому что я не успеваю нагнуться. Иди в шапу! Короче, у меня такая идея пришла. А мы будем херячить с заряженными ударами. То есть, он делает первый удар, после чего мы херячим заряжку. Ладно, я понял. В жопу. Блин, это сложно было. За что так? Ладненько, давайте посмотрим, что за копье. Снаряжение. Копье. Восточное копье? А, алебарда кавалериста. Стандартная алебарда используется в кавалерии. На вид она довольно прочная и подходит для колющих и рубящих ударов. У меня было копье получше. А, ну там же лед, точно. Копье стража башни.
Копье когда-то принадлежало стражу башни. Это тяжело и не слишком удобное оружие, но его длинный наконечник позволяет достать врага издалека. Похоже, страж башни стремился не столько убить врага, сколько защитить кого-то. Интересно, дракон тоже старался защитить его или нападал на непрошенных гостей? Давайте, там же еще где-то история должна валяться, да? Ладненько, время до хера, давайте я лучше закончу, нахер оно мне надо. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.